Я ошибся. Поехали дальше. Литвинов. Судариков. Абдурахманов. Подача. Литвинов! 1-0! Прекрасный гол Спартака. Может быть, не совсем типичный после флангового навеса. Но почему бы и нет? Не могут они нормально разыграть этот ворот. Выпускать теперь мяч в простой ситуации за пределы поля. Маркетесов. Маркетесов. И пробить поворотом Дима. Ух, удар! Прекрасно! 2-0! Маркетесов. Наш последний защитник в сегодняшней игре подхватил мяч, отыгрался в стенку с партнером, приблизился к штрафной и как ударил в ближний угол. Ну, похоже, что... Да, всего. Тремя заменами ограничился пока наш тренер. А вот сейчас Ярусов привозит на ровном месте момент и... 2-1. Вот такая вот ошибка в самом начале второго. Но неприятно. Данилин в центре поля. Данилин на скорости уходит прекрасно от соперника. Данилин до последнего идет борьбу. Литвинов. Данилин уходит простреливать. Данилин. Подача. 3-1. Молниеносный ответ Спартака. Сразу надо было это сделать. И Судариков все-таки забивает мяч, который теперь будет засчитан. Данилин. И пенальти. Это пенальти. Это пенальти. Данилин подработал мяч на грудь. 44-я минута. Отличный шанс. Удар и выше ворот. Как же так? На силу решил пробить Максим. 48-я минута. 3-1. Сунгатуллин с Данилиным. Разыграли этот угловой. Не дают подать Максиму. Пытается гость организовать быструю контратаку. Обыгрывает 10-й номер. Басенкова, выход 1-1, удар и 3-2. Это было сделано классно 10-м номером ФШМ. Ничего не скажешь, надо отдать должное мастерству. Свистал тянуть время. Сунгатуллин получает по ногам, падает. Можно продолжать мяч Спартака. Передача направо. Казалось, напрашивалось, потому что там Абдурахманов был один. Удар! 4-2! Это было великолепно все сделано. Похоже, что забил Яровинский, 27-й номер.